Насекомые. Дальше. Грибы. А грибы это же не растения, это отдельный мир грибов, да? Да. Грибы. Что ты пишешь? Где ты писал сикомые? Что у тебя сикомые? Какие сикомые? У тебя есть зачем затушевывать? Белый маркер этот. Что за сикомые? Животные и сикомые. А где насекомые? Сикомые у него. Хоть повеселимся. То он написал Состана. Вначале. Вначале, ага. Создано, он написал. Создано. А что создано? Что-то у него создано. Заснул. Сикомые. Это что такое за слово сикомые? Растения, животные. Анекдот. Вот рот не закрывается. Но если уроки делать, так такое напишет. Вот я не могу. Это анекдот. Это вот ты можешь блог свой не заснять, и пусть все ржут. У нас живая природа – это сикобы. Новый вид живой природы. Прилетевший с космоса. Не нашел! Не, и вот идет. Все живые организмы не могут жить без сикомые. Вот что написал Даня. Без сикомые. Не могут они жить без сикомые. Мы с тобой, Саша, живые организмы? Да. Вот мы без сикомые жить не можем, а у нас его нету, мы не знаем, что это такое, сейчас помрем. Без сикомых мы жить не можем. Это пипец. Бедная Люба. Это сказка. Вот сейчас все умрут, больше жизни на Земле не будет существовать. Потому что Даня придумал новое слово. Мы жить не можем без сикомых. А что такое сикомое, никто не знает. Даже Академия наук еще не знает, что такое сикомое. Ищу. Что? Ищаешь. Давай ищи, где там у нас. Ты не найдешь. Аккуратно надо все это зачерпнуть. Ой, да все запущено, Адам. Вот теперь выложи у себя на страничке. Где ты там? ВКонтакте. Внимание, внимание, мы все вымираем, потому что мы жить не можем без сикомых. Срочно пишите, прощайтесь, будете, пишите завещание. Хоть это фото написано на два, но... Вам нужно... Вымираем уже. Если мы не знаем, как мы это. И никто объяснить.
объяснить не может. Даже ты, который придумал, насекомое. Контрольным его, кажется, не допустят. Потому что, скорее всего, он напишет контрольную на 3 или на 2. Но до 4 может и не дойти на контрольную. Он заварит контрольную. Он контрольную заварит. Надо придавить. Его надо надавить, а не трусить. Дай сюда. Супер-пупер. Там хоть что-нибудь есть внутри? Я не знаю. Я не знаю. Но, наверное, уже засохло за лето. Да. Обмазила нам от вас. Дай. Саша смеется. Он же знает, как с мамой уроки делать. Поэтому Саша делает уроки. Не дай бог, мама опять проснется в лесу первой уроки. Делает их хорошо. Он же как вспомнит, как с мамой делать. Я ведь не начал, потому что я буду пятерки получать, что мама даже не лезет. Ну вот мама вообще для 2 года уже не знала. Сашу контролировала. Что он дверь там щелкает? Я сказала ему, что Саша, если учителя пожалуются, все, я вмешиваюсь в учебу. И все, и 2 года у нас же учителя только хвалятся. Вот надо тебе... Пипец! А там что? Да ничего! В пакете! Хрен его знает! В пакете нету картошки? Хосе! А то мне было бы капец! Сейчас нам и так будет капец, за то, что я ем. Сейчас мама так рот откроет. Это ты сделал, я сам скажу. Чего она? Затычка какая-то не вошла. Ну, это в канцелярском бы стоит бегать. А чего там было? Я в канцелярске. Это жопа. Никуда не надо бегать. Бегать он будет. Сейчас мать придет, и мы будем тут бегать, как и угол искать. Вы все равно не отмываете. А я что теперь так ходить буду в школе? Ну да. Мне не понравится. Да, скоро контрольные будут. Что написано? А как мне теперь отмыться? Как ты контрольные написать будешь? Мне кажется, Витя будет такая, как Билли Айлиш. Контрольные по-любому заварить. Живые. Ой, да, и мы не получим. Даня, а что мне теперь делать? Секомое. Да, секомое. И как это секомое убрать, Даня?